Брат Игорь Владимирович Добунов, я не вижу, где он. Кажется, вот ездит. Вот. Плавает каждый день. А ветер такой дует, тут еще не слыхать будет. На той стороне его машина стоит, вот она. А там еще ребятишки плавают двое. Как бы они не утонули. Тут есть. Вот память останется, как плавал. С того берега отплыл. Тут метров 200 будет. Вода отступила немного. Сколько метров? На метр где-то. Сколько? На метр где-то отступила. Нет, там я говорю, сколько это, вот это расстояние воды, это сколько? Метров 200 будет? Ну да, 200. 200 можно чуть побольше. Побольше, 250. 220. О! А что, эта штучка, она плавает, хочу сказать. Я не знаю. Ребятишки там не утонут? У них где пенопласт какой-то? Да они за мной поперлись, я им сказал, вы куда прете за мной-то? За мной не надо. Попросил, чтобы они там за машиной посмотрели. А-а-а. Да за собаками. Думаю, сплаваю, поздороваю. Понятно. А то я там вдоль берега плаваю, это, какие-то люди, парнишка подходил, мою машину фотографировал со всех сторон. А ты первый раз сегодня плаваешь? Нет, второй. Второй? А я сейчас с утра плаваю, с утра и вечером. Еще не мерзнешь нисколько? Ну, я не знаю вообще. Нет, у меня губы не дрожат, ничего. Ты это, смотри, чтобы ноги тебе не свело. А что они мне сведутся? А там на середке-то глубина какая? Метра два? Я не знаю. Игнатик, значит, там большая глубина, там это судоходная. Там видишь, вон какой берег-то они сделали. Это только вот по сравнению с берегом, который был по весне, больше 2 метров вода поднялась. А да, да, говорите, да, 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 да. Там не два, там. А вот тут стройка идет, дом строить будут. Еще это, одну линию делают ворот. Короче, тут будет 3. Да. А вот сейчас спиливает, я спрашивал, говорит, наверное, пляж тут будет. Все, это еще уже деревьев нету. Вот они все могут засыпать, убрать. Все эти проверят, но никаких железок не будет. Да, и вот еще там одна железка где-то торчит. Вот эти вот убрать. Вот, ну да. Это вон оно как идет. Это приток. Не приток, а рукав от оби. Ну, а дальше вот тут вот она идет дальше. Ну да, она тут посветлее. Грязь-то туда проносится вся. Ну, а здесь, смотри, сколько нагнало. Ну, все окрестные. Нет, ты видишь, сколько здесь? Здесь 4 метра. Вот она, смотри, сколько грязи нагнало. На той стороне тоже немного есть. Всякая пена тут, и дрова, и еще только нету. Вот этот угол больше всего сбивается. Банки кого? Ну, ладно, давай назад двигай, пока не замерз. Вон твои собаки идут уже вплотную к речке. Они же меня не видят, я им все время... С Богом! Храни тебя Господь! Ой-ой-ой! Я хочу подняться здесь. Здесь песок. Ноги-то такие еще. Ой! Ой-ой-ой! Дерево спилили вот. Сейчас здесь только что рухнуло. Он его ветки обрубил. Я спросил, куда? На свалку. Я говорю, а что же взять-то? Я просил, не дали. Он заматерился, мужик. Это уж так принято у нас. На свалку вывести можно, а дать нельзя.
Вот оно как поднялись здесь. Господь близок. Вот подняли насколько выше. Там дома, говорят, такие же будут здесь строить большие. И вот здесь 4. Во сколько ступенек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А ну-ка посмотрим здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 4. 36 ступенек. Ну а сколько ступенька? Это сантиметров 15-то есть. Вот оно как. Ну да, так, 17 примерно. И вот что-то они отгораживаются здесь, что-то прибивают. Сейчас я пойду посмотрю, что они тут делают. Это железная дорога была. А, видать, уберут все это. А что, время так 5, они ушли. Вот они что тут делают. Какие-то железки. А какие они? Вот они просверлили. Нет, это не алюминиевые. Стальные. Ну, дюраль, может быть. И вот это вверху и внизу. А ровно такие вот стоят теперь у них стояки. Я думаю так, что сделают жерди, как бы. Жерди. Ну, а на них тогда уже это, который делает вот такой, как забор городит. Вот такое. Ну, вот такой вот зеленый. Это речной порт. Весь сдвинули в город. Вот оно сколько. Там бетонное. Это же разбетонное. А потом они вот эти деревяшки. Думаю, сейчас теперь поперек вот их будут. А потом к ним уже и жесть. Чтобы ограду большую сделать. Это они сделают. Слава Христу!